Сафи. Представляю боксера. Красного углу ринга. Марат Саликзянов. Санкт-Петербург. Центр физической культуры и спорта Красносельского района. В синем углу Михаил Сафин. Санкт-Петербург. Школа олимпийских надежд. Финальный бой весовой категории до 40 килограмм. Готовится к продолжению финального боя Марат Саликзянов, Санкт-Петербург, Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района. Ему 12 лет, имеет второй и юношеский разряд, провел 30 боев, в 17 одержал победу. Является победителем всероссийских турниров в городах Псков и Великие Луки. Тренируется под руководством заслуженного мастера спорта СССР Игоря Ружникова.
В синем углу ринга готовится к заключительному раунду финального боя Михаил Сафин, Санкт-Петербург, школа олимпийских надежд. Ему 13 лет, провел 30 боев, 20 одержал победу. Тренируется под руководством мастера спорта международного класса Рената Тришева и Анатолия Малкова. Уважаемые зрители, представляю рефери данного боя, мастер спорта Советского Союза, судья всероссийской категории Сергей Магутнов, Санкт-Петербург. Одержал боксер из синего угла Михаил Сафин, Санкт-Петербург, школа олимпийских надежд. И таким образом он стал победителем турнира в весовой категории до 40 килограмм. Приготовится шестой паре Ефимцов и Яков.